то «Вегапром», который занимается производством сухих строительной смеси, вернулась с республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана». Предприятие встало на ноги при господдержке и сейчас производит свыше 75 тонн продукции в сутки. «Вегапром» покрывает 40% потребности области в сухих строительных смесях. В ассортименте 10 видов продукции – клей для плиток, наливной пол, декоративная и гипсовая штукатурка и другое. Спрос высокий, заказы также поступают из других регионов. «По области хороший спрос, продажи есть, работа идет. Поступают заказы из других областей. Сейчас дело немного приостановилось из-за проблем с железной дорогой, но в ближайшее время отправим». Предприниматель наладил свое дело при господдержке. В рамках дорожной карты бизнеса получил облегченный кредит. В районе поселка Бельколь приобрел 3 гектара земли и построил цех. На производстве занято 15 человек. В сутки производится свыше 75 тонн продукции. «Этот цех построен за 103 миллиона. В ближайшие 2-3 года планируем построить новый цех. Доведем количество рабочих до 50 человек. В Кызылорде прошли отбор и приняли участие в конкурсе «Лучший товар Казахстана». 97% необходимого сырья закупаются в стране. Химические добавки из Китая. Основная цель предпринимателя – работать на качество, а не на количество. Амина Усенова, Акымжан Жолтаев, Рамазан Жусупбек, Дархан Токсаид. Телеканал Кызылорда.